1 ноября стартовал первый этап конкурса «Молодежный кадровый резерв», который проводит Комитет по молодежной политике Республики Башкортостан совместно с Центром содействия занятости молодежи. Нужно, наверное, сказать, что кадровый резерв – это все-таки действительно является эффективное решение для нужд приоритетных сфер экономики нашего города. Проект поможет создать команду людей, способных внести вклад в будущее столицы нашего региона. В данном конкурсе могут принять участие любой желающий, соответственно, у которого имеется либо за спиной, соответственно, либо среднее специальное образование по профилю, либо высшее законченное образование. Конкурс включает в себя 4 этапа. Это заполнение анкеты, прохождение теста, предоставление отзыва, либо характеристики по последнему месту учебы, либо работы кандидата, и прохождение интервью с независимыми экспертами. По результатам данного проекта, соответственно, молодой резервист зачисляется в кадровый резерв молодых специалистов города Уфы и также получает рекомендательное письмо и направляется, соответственно, на трудоустройство. Более подробная информация находится на сайте Комитета по молодежной политике города Уфы, также на сайте администрации города Уфы. Соответственно, справки по телефону могут получить любой желающий по номеру 279-06-56, где специалисты с удовольствием проконсультируют. Надеемся, что благодаря этому конкурсу золотой фонд нашей столицы пополнится новыми кадрами. Айгуль Курамшина, Андрей Ласыгин, телеканал ЮТВ.